150-летию чувашской письменности и национальной библиотеки в Чебоксарах прошел межрегиональный форум под названием «От публичной до национальной». В выставочном зале главного книгохранилища открылась книжная выставка. Библиотека развивается вместе с обществом и становится местом проведения досуга для людей разного возраста. Уходит в прошлое неспешный размеренный ритм, на смену приходит интерактивность, цифровые технологии, открытые читальные залы. Но во все времена библиотека сохраняет свою просветительскую функцию. Ее фонды хранят все, что издано на родном языке. В форуме принимают участие представители 8 субъектов Российской Федерации. Мы также уверенно говорим о том, что у нас сохраняется вся печатная пресса на чувашском языке. Районные газеты выходят на чувашском языке. Успешно работает издательский дом «Хабар», где целый ряд изданий и журналы, и газеты, как для взрослых, и для детей, на чувашском языке выходят. Чувашская письменность стала началом на большом и сложном пути сохранения языка и культуры. Национальная библиотека наладила отношения с многими национально-культурными центрами, работающими в разных регионах страны. Прочно вошло в практику проведение семинаров Дней Чувашской Республики. Конечно же, создание новой чувашской письменности связано с именем Ивана Яковлевича Яковлева, нашего просветителя и педагога. Однако до создания им первого алфавита существовала старая чувашская письменность, основателем которого мы считаем Еремея Рожанского, который в 1769 году написал первую грамматику чувашского языка. Недостатком старой чувашской письменности было то, что она не передавала всех звуковых особенностей чувашского языка. Поэтому созданный на основе фонетических принципов новый букварь Ивана Яковлева получил широкое распространение. На форуме состоялась церемония награждения победителей республиканского фестиваля-конкурса среди библиотек и читателей. Выставка будет работать до 15 июня. Здесь ждут всех, кому интересна история чувашской письменности, сохранение и дальнейшее развитие родного языка. Яна Яранова, Игорь Зверев, Республика.